кыргызы издревле поклонялись небу. Потом стали почитать пророка Мухаммеда. Но и в древности, и потом, и всегда кыргызы обожествляли женщин и вдохновлялись ими на невероятные деяния. Мы не располагаем достоверными фактами участия кыргызских женщин в Октябрьской революции, но можем привести сколько угодно самых наглядных свидетельств того, что развитой социализм построен их трепетными руками. В кинематограф 20-го столетия кыргызская женщина ворвалась на коне в фильме Пронина «Салтанат» в 1955 году. Это был блистательный дебют великой Бакен-Кадыкеевой. Вот еще новость. Может быть, я слышалась? Отдавать босикам, оборванцам такие... Почти одновременно с Бакен дебютировала режиссер Лилия Турусбекова, одна из пионеров кыргызского документального кино, который позднее назовут «Кыргызским чудом». Бакен Кадыкеева, Собира Кумушалиева. Вот старуша дряхлых стариков, Алиман Джангорозова и многие другие актрисы старшего поколения показали изумленному миру целую галерею образов кыргызских женщин и нисколько не жалели о том, что пропустили для кино тот прекрасный возраст, когда можно было блеснуть во всей красе молодости и таланта и увлечь за собой толпы безумствующих поклонников. Эту миссию они великодушно уступили актрисам следующих поколений. Таттыбибу Турсунбаева, белый лебедь кыргызского кино, богиня. Безоглядно щедрый подарок Создателя этому довольно-таки жалкому миру, как некое напоминание об иной жизни, об иных устремлениях. Кир, ну где же твои майки? Лучшему трактористу Тюраеву. Абакир.
Тебе, кажется, тряпки нужны были. Святой Кайберен, дай мне вечный покой и утешение в своих владениях. О небо, забери меня к себе. Избавь меня от страданий и слез. Зулайха, встань, моя дорогая. Успокой свое сердце. Прости меня. Что поделаешь? Примирись с судьбой. Не дели свое сердце пополам. Привези их сюда. У нас будет два сына. У тебя будет две жены. А ты? Что поделаешь? Примирюсь с судьбой. О, родная моя, добрая. Айке, слышишь? Проснись. Не бойся, это я. О, Создатель! Ты? Зачем ты здесь? Я хочу посмотреть на сына. Соскучился по тебе. Я заберу вас в горы. Зулайха согласна. Будем жить на свободе. Милый, ты пришел поздно. Мундузбай объявил нашего сына своим наследником. Нет. Нет, дорогой. Айке, ты же хотела уйти со мной. Неужели богатство Бая дороже нашей любви? Без тебя померкнет мое солнце. Уйдем отсюда. Бай не потерпит такого позора. Он придет с войском и разорит твой род. Ты можешь отобрать настолько силы. Уходи скорее. Тебя убьют. Дай хоть взглянуть на него. Айке. Я не позволю, чтоб чужие руки касались его и тебя.
В мечтах отдать свое сердце, словно судьбу. Ищу тебя, тоскую всегда и везде, а близость только в снах. Мое смущение, ревность и беда от слов подружек, острых на язык. Моя мечта — с тобой всегда идти вдоль озера вечернего. А все-таки кино – самый демократичный вид искусств. Каждый волен выбирать свой объект жаркого почитания. Кто-то поклоняется изысканной интеллектуальной гусаре Аджибековой. Кто-то неунывающий Джамал Сейдахматовой. А кто, да мало ли прекрасных актрис, появление которых на экране, даже самое мимолетное, заставляет учащенно биться не одно молодое и немолодое Давай, сердце. Давай, мы с тобой сейчас в ресторан рванем. Тебя что, куча денег? А сегодня за мой счет? Сегодня за твой, а завтра за мой. Вперед! Ура! Ура не была! И так красиво! Все они играли. Мама, тебе нравится, а? Нет. Да, нравится. Не играли. А тебе, мама? А жили. Ярко и неповторимо, в замечательных фильмах наших режиссеров, и достойно представляли кыргызский образ мира во всех частях планеты. Мама, ты научишь меня плавать? Нет, ты сюда, наверное, приедешь только с папой. Я ведь скоро в Москву еду. Ты что, забыла? Тогда мы подождем, пока ты обратно вернешься. Мама, а ты про мяч помнишь? Помню, помню. Отдохни. Белый с голубым, как узины. Майнагуль выходит замуж. Вроде это было только вчера, она уже совсем взрослая. А ты ее всегда таскала за собой. Даже на танцы. Ты ее всегда брала с собой. Не забыла? Спасибо. Меня радует, что ты не забыл. Ты была свежее утренней росинки. Айнагуль не напрасно всегда за тобой следила. Охраняла, точнее. Я боялась тебя. Я был так страшен? Вот уж не думал. Ну да, конечно, страшен. Ты был моей судьбой. Но ты не знал этого. Ты меня не замечал. А я тебя очень ждала. Теперь вижу, что не стоило ждать. Награду за терпение получила, подарочек. И теперь я жду тебя, жду напрасно, как и тогда. Может быть, я на тебе не женился? Ты, конечно, женился. Вроде бы все в порядке. Но разве я знала, как иногда бывает больно, когда тебя не замечают. Тебе нечего сказать. Молчать легче. Так проще, удобно. Почему ты молчишь? Это все весна. Когда цветут яблони, у женщин появляется склонность к лирике. И ты не исключение, дорогая. Не усложняй, Сабира, жизнь нам обоим.
Последние годы много и красиво говорили о закате кыргызского кино. Слухи о смерти кыргызфильма оказались преждевременными. Глядитесь в эти прекрасные лица. Монтажеры, гримеры, режиссеры, инженеры. Они, несмотря ни на что, продолжают работать на Кыргызфильме. Они простодушно верят, что если они уйдут, то погаснет кыргызское чудо. Огромное вам спасибо за эту веру. Это яблоко. Ну что ж, попробуем. С праздником вас, дорогие женщины!